печки-лавочки приехали на очередной объект. Вот на этом вот месте у нас будет стоять отопительно-варочная печь. Самая правильная печь с правильными двумя колпаками. Тут есть уже готовое основание под дымоход. Вырез в потолке. Сделали отбивку. Разбились, как у нас будет стоять печь, определились, откуда топка, откуда плита. Сделали раскладку первого ряда, посчитали, сколько нам зарезаться. Уже разложили инструмент, все разложили. Начинаем работать.